Продовжуючи музичну хвилину, до нас в гості завітали наші постійні друзі, це музиканти, проект White Sunday, які очолює Антон Сліпухін та Марк Бокаль. Ви є барабанщиком цього гурту. White Sunday, White Біла субота, біла неділя. Чому така назва і взагалі ваша історія, як довго вже цей проект, цей гурт має місце? Проект существует практически 2 года. То есть у нас день рождения где-то в районе февраля, я, честно говоря, сам не помню, какой из дней. Мы это праздновали в прошлом году весьма так сумбурно. Собрались. То есть у нас как бы фишка главная заключается в том, что у нас интернациональный разновозрастной проект. Детальнейший. Гитарист Пол Деймс, он из Нью-Йорка. Живет в Николаеве, он такой самый у нас старшой по возрасту. Следующий иду я из Севастополя живу в Николаеве. Ну и самый младший научный сотрудник у нас Марк, он у нас родился в Италии и живет тоже в Николаеве. Дійсно, интернационально, как такие люди зійшлися в один год? Мы же как бы артисты рокового направления, а, собственно говоря, музыка-то это не имеет ни возрастов, ни никаких, ни границ, ничего. Какая разница, сколько кому лет, главное, чтобы как бы вместе было приятно делать что-то общее. Ну, сошлись на таком вот поприще блюза, рока классического 60-х, 70-х, местами 50-х, иногда 80-х. А познайомились ви теж, мабуть, на якісь музичні такі, на концерті, може, якомусь, так? Опять же, вернемся к разговору о замечательном баре Рохата, в котором проходили музыкальные джемы. Музыкальные джемы – это то есть сборище музыкантов, которые то есть, когда, разнопланово выходят на сцену и устраивают вместе какие-то импровизации. Собственно говоря, там мы познакомились и с Марком, там мы познакомились и с Полом, гитаристом. Ну, потом решили с Полом попробовать поиграть чего-нибудь в акустике в 2 гитары, поняли, что нам это неинтересно. Тут нарисовался Марк, аки-барабанщик. Потом мы долго искали себе басиста. 1, 2, 3, 4, 5, 10. В итоге я психанул, сказал, пойду-ка я себе куплю бас и стану басистом. Поэтому в этом проекте я басист. Так. Давайте трішечки повернемось у часі. Ваш перший концерт разом, яким він був, чим запам'ятався і де відбувся? На площадке ж ми грали. Розкажіть, на площадке. Пригадайте. Есть такое замечательное место, опять же, от Рохат. В этом году оно, к сожалению, не функционировало из-за кризиса. Это музыкальная площадка парка Петровского. Там есть такая здоровенная арена за бетонным забором, которая была заброшена, убита, и мы ее то есть, в течение нескольких лет восстанавливали, делали там концерты. И вот, собственно говоря, первый официальный концерт группы White Sunday состоялся в прошлом году, позапрошлом году, 1 мая на открытии сезона площадки. Практика показала, что, в общем-то, пока вроде живы, здоровы и играем, значит, не все так плохо было в первый раз. Граєте, прихильники є, і планів багато, напевно, на майбутнє. Отож, які у вас концертні плани на майбутнє надалі? Ну, как бы, то есть группа, которая играет кавер-музыку, это как бы подразумевает под собой какие-то там регулярные места, регулярные концерты, работы. То есть сейчас мы каждый понедельник играем в пабе рок-н-ролла, ну и там, где придется. Куда позовут. Например, в эту субботу будет вечеринка Хэллоуин в ресторанчике «Винегрет» на Советской между Потемкинской и Шевченко. У 20 минут. А у вас є в гурті така улюблена пісня, яка вам всім подобається, і ви її на кожному концерті, на кожній на якомусь проєкті ви граєте? Що це за пісня? Знаєте, у мене як би є такий тезис возразити. В общем-то, в принципе, получается так, что мы играем музыку исключительно ради своего удовольствия, и чем, в общем-то, и отличаемся. То есть вы знаете, в чем разница между музыкантом, который играет в кабаках, и кабацким музыкантом? Кажите. Музыкант, который играет в кабаках, он играет музыку та, которая нравится ему, ну и если кто-нибудь за это еще чего-нибудь подкинет, то будет вообще замечательно. А кабацкий музыкант, он может сыграть Deep Purple, а потом следующую Мурку, лишь бы башляли, как говорится.
Вот мы... такий жаргон, такий сленг. Ну, это музыкальный сленг. Ви кавер, своє щось плануєте? Есть, немного в той же стилистике, в принципе, в которой как бы все остальное у нас происходит, в этой же стилистике пишется и свое. Так, дивіться, ми не в кабаку, гроші вам зараз також ніхто не буде, ми в студії, але ж ви нам заграєте, я так сподіваюся. Да. Отож, давайте не гайте часом, давайте заграєте, заснімайте нам. Ми з нетерпінням послухаємо з радістю. Так, налаштовується поки що наші. Що це буде за композиція? Це буде композиція славнозвісної групи глубоко фиолетового, то бишь Deep Purple. Но песня нестандартная для их группы, то есть как бы они очень редко писали какие-то блюзы, но поскольку то есть, мы позиционируемся как группа, которая играет 60-е и 70-е, поэтому вот эта вот песня у нас последние полгода, наверное, постоянно каждый концерт исполняется в нашем репертуаре. Опять же повторюсь, что я басист в этом проекте, поэтому, если что, спрос у меня невелик. Добре, не будем, не будем вас ждать. Давайте, дайте нам. If you leave him, close the door. I'm not expecting people anymore. He may grieve him. I'm lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man. I'm a blind man. And my world is fake. When a blind man cries, Lord, you know, there'll be no Saturdays. Я так, дощова погода, і я десь так сумно біля вікна сижу і про щось мрію. А проте ми так з тобою підсміювались, тому що так воно так заворожує ця мелодія, і хочеться щось таке інтимне, і хочеться, мабуть, закутатись в плед і випити чашечку кави. А тут у нас студія, і нас багато так людей, і не можна це зробити. Молодці хлопці, давайте подовжимо вашу розмову. Альбом.
Да, от таке питання, яке ну запитують у кожних музикантів, які грають, співають. Чи працюєте ви, чи плануєте ви взагалі? Чи зараз є інтернет? Да, можно скинуть и скачать. Все-таки вы хотите народить такую дитинку свою. Интернет, как бы, как говорится, интернетом, но хорошо, когда это, допустим, все собрано до кучи какой-то период, то есть времени, который прошел. Но как бы в кавер-проекте, то есть альбом делается в первую очередь, допустим, как демо. Но как бы сейчас, то есть в плане демо, я думаю, смысла в этом особого нет с нынешним развитием всякой электроники, мобильных телефонов, гаджетов, всего такого. Наши замечательные посетители нас снимают, потом сами это все дело на YouTube выкладывают, а мы потом грязно пользуемся их усилиями. Да. А по поводу, то есть, альбома именно группы, ну, пока что на данный момент, то есть там сколько, 4 песен или 5? 5. 5. Вот как будет их там штук 10, там мы об этом и подумаем. Ну, вы над этим працюете, собираете, чтобы их был десяток уже, так? Да, честно говоря, чи, как бы оно же все, просто играете, оно все идет так само по себе, спокойно, налажено, по проказанной колее. И, ну, как вот дойдет до этого дела, там мы об этом и будем думать. Хлопці, у мене є таке запитання. Ось у нас тематика нашого ефіру була «Гострі відчуття». Скажіть, граючи таку музику, ви налаштовуєте себе на якісь гострі відчуття? І чи взагалі полюбляєте ви гострі, чи екстремали ви? Чи можна назвати музику таким собі способом зробити якісь для себе відкриття? Это точно. Розкажіть нам, ну, детальніше трошки. Как минимум, каждый концерт, когда ты его играешь, это что-то новое. Угу. Как там, в одну реку нельзя два раза войти. Да. Вон, на последнем концерте какой-то не очень трезвый человек чуть не помешал нам концерт доиграть. Человек сначала решил дирижировать, потом начал требовать от нас Цоя. Это как в том фильме «Диамантова рука», да? Когда Юрий Никулин на сцену выйдет и начал спевать. Сеня, про зайцев это не актуально. Не актуально. То есть бывают такие, да, ситуации на концерте. В чем еще экстрим адреналин в музыке? И... Ну, вот могу сам по себе, то есть по своим наблюдениям сказать, что то есть самое главное, для чего ты занимаешься этой музыкой, то есть как бы именно почему я никогда не пойму так называемых диванных гитаристов и музыкантов, которые сидят дома по 20 лет пилят, иногда там собираются с какими-то друзьями, где-то что-то играют в каких-то там подвалах, на каких-то студиях, нигде не выступают. То есть фидбэк, отдача, когда концерт хорошо проходит, как бы, когда есть люди, которые, и ты видишь, что этим людям нравится то, что ты делаешь, от них такая энергетика исходит. Да. И ты вообще, то есть ты можешь отработать 3 часа, 3,5, и как будто ты вот только что встал, то есть все, у тебя насыщение идет этой энергией. А против этого, то есть, когда в каких-то заведениях, в таких, в которых не принято там скакать, кричать, радоваться жизни, махать хайером там или еще там чем-нибудь, очень тяжело это все происходит. То есть, ты отработал там 2 отделения, допустим, тебе и нужно играть еще 3, у тебя уже все. Тобто бувало у вас на вашому досвіді таке, як це поборити на сцені? Ну, розуміло, що ви не зупините концерт, будете грати далі, але ж може є ще якісь методи? Є таке слово, яке звучить як професіоналізм якийсь, що ли, який приходить виключно з опитом, і ніяк по-другому ти цього не доб'єшся. И, ну, если уж получается так, что концерт там либо тихий, на тихом звуке в каком-то зале, либо когда, то есть, сидячий, то это уже, то есть, сам себе нужно. Себе налаштовуєш, да. Скажіть, ще ж і глядачі мають значні, скажімо так, зрителі, да, які концерти. Тому що буває, що такі музиканти драйвові там викладаються на всю, співають, а глядачі, навіть якщо їде розгулятися, як ви кажете, стоять і все. І тоді і вам нема цього драйву. Значить, це такі музиканти. Ага. Извините мене, пожалуйста. Тому що якщо група качає і грає рок, какой бы он то ни был, там, метал, блюз, там, рок-н-ролл или еще что-то. Ну, вот я вот тоже вот сегодня думал перед тем, как вам сюда прийти, думал, что вы зададите вопрос, собственно говоря, почему же такие относительно молодые люди играют музыку, там, наших, грубо говоря, дедушек, да, если не про дедушек. Это не дивно, ну, хоча, ну... По поводу рок-н-ролла, допустим, я вот не знаю, допустим, ни одного человека, по крайней мере, на постсоветском пространстве, в нашем так называемом СНГ, который не пошел бы плясать под какой-нибудь блюз Switch Shoes, например. Тобто такий розрахунок деякий. Розрахунка ніякого немає, ми просто цю музику любимо. А по поводу блюза,
Есть у нас еще один замечательный товарищ, то есть у нас такой White Sunday 3+1. Это наш друг замечательный из Норвегии, губной гармошечник. Ну, помимо этого, он признанный в Норвегии скульптор, во всех больших городах на главных площадях стоят его скульптуры, а музыкой он занимается так, чисто ради удовольствия. Для души, да. И опять же, благодаря Рохате и благодаря джемам, совершенно случайно мы с этим замечательным дядечкой познакомились. И когда мы праздновали день рождения группы первой, мы сделали два отделения таких драйвовеньких песен, а третье вот почти на час блюза. Сидит молодежь в зале в основном, то есть там, ну, 18-25 лет. Они-то этой музыки даже и не понимать-то в принципе не должны. Наблюдаешь картину, когда ты доигрываешь уже это отделение, сидят девочки и плачут просто от того, как это все происходило. Ось, про дівчат. Скажіть, будь ласка, у вас є шанувальники? Шанувальниці, які просто в пориві якоїсь такої страсті до вас вибігали на сцену, і у вас є таке щось подібне? Бувало з вами таке? Бувало і в цій групі, і в прошлих групах бувало. Були взагалі дуже замечательні, інтересні історії, о яких в ефірі каналу Ніколаєв, пожалуй, краще не розказувати. Так, так. Ви знаєте, Антон, ми сьогодні розкривали секрети дуже багато. Від вас не будемо вимагати, щоб ви відкривали секрети свої. А Марк, а у вас шанувальники вашої творчості є? Ну, у нас ж одна творчість, одна твоя. Ну, а от як барабанщика, як до барабанщика? Да, часто як-то підходять після концерту, говорять, хорошо отіграв, там, в такому духі. Ну, дівчата приятно, вас під під'їздом не... Ну, прям так. Ми шифруємося. Ви дохитуєте вже, ти хлопці, прям налетіла. Я так дякую вам, що ви до нас завітали. Антон Сліпухін, Марк Букань, так, учасники гурту White Sunday. Хлопці, пропозиція. Ми завершуємо нашу програму, а ви нам щось драйвове грайте, і ми будемо фонувати, озвучувати, прощатися. Можна не драйвове. Ну, давайте що-небудь, і ми починаємо прощатися з нашими глядачами під музику. Ми ж не кожного дня це робимо. Понятне діло. І тут нам пощастило. Тому давайте... Мы так само. Ну, допустим. Давайте. I have often told you stories about the way I lived the life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing a song that maybe you would say, come lay with me, love me, and I would surely stay. Наш ефір закінчується, шановні телеглядачі, ми дякуємо, що ви були з нами. Незважаючи на таку ліричну композицію, яка звучить зараз у нас тут в студії, ми хочемо вам побажати, щоб ви ризикували у своєму житті, здобували якісь гострі відчуття, адже життя – це така невпинна річ, що воно триватиме і триватиме, триватиме. І кожну хвилину треба цінувати. Так, Іринка? Обов'язково. З вами цього ранку в студії прокидалися Ольга Рударина Федоровська. Зустрінемось обов'язково на телеканалі Миколаїв. Хай вам щастить. До зустрічі. На все добре. Пока.